Всем привет, друзья! Стартовал сезон посадок, рассады, семена готовим. Вот у нас первые ростки уже винограда, видите? Листочки дали, но корешки еще нет. Но ждем, уже скоро должны вот здесь проклюнуться, видите? Многие из вас спрашивают, как мы сажаем, откуда берем семена. Ну, видео есть за прошлые годы, ну и в этом году вам кое-что покажем и расскажем. Друзья, чтобы не потерять те сорта, которые мы сажаем из года в год, мы всегда обязательно собираем семена, когда кушаем арбузы. Друзья, вы спрашиваете сорта, но, как правило, мы особо учет не ведем, мы уже знаем, какие самые сладкие, вкусные, поэтому вот так собираем, сушим на подоконничке. Арбузы. То же самое касается и дынь. Некоторые сорта помидор так собираем. Все от бабушек, от дедушек. Ну и много покупаем тоже. Все из сада-огорода. Свое, экологически чистое. Дынь у нас много, будем все тестировать. Есть круглые, длинные, вот такие. Ну, вот видим, семена здесь уже, друзья, отделяются, смотрите. Вот так. Сейчас попробуем вкусовые качества, что она из себя представляет. Вычистим семена, если хорошие, оставим их, будем сажать в следующем году. Здесь тоже. Ну, они уже вот, видите, поспели. Вот так можно взять их и просто они вот остаются, видите? Вот просто рукой беру и отделяю их. И уже они отделяются от мякоти, все хорошо. Заранее перемешанный грунт, сажаем семена помидор, цветов, дождемся, когда появится здоровая рассада, и потом, по мере, как будет нормальная температура, высаживаем все это в грунт, где-то в мае.
сделали первые борозды, начинаем сажать. Картошку мы обработали престижем. Вот в этой ванне, как вы уже видели. Все поспело, друзья. Пора собирать урожай. Что мы сейчас и будем делать?